Уже в этом году в Самаре будут работать 18 модельных библиотек, в стенах которых можно не только почитать, но и посетить мастер-классы, лекции, поиграть в игры и воспользоваться интернетом. Это стало возможным благодаря участию Самарской области в национальном проекте «Культура». Регион стал одним из лидеров по его реализации. Обновляются и музеи. Модерна, Дом-музей Ленина, Музей истории города Новокуйбышевска. Изменения замечают жители всего региона. Люди сегодня пользуются созданием вот этих новосовременных комфортных условий. И, конечно, это все делает нашу жизнь не только насыщенной культурной, но и современной, духовно богатой, ну и, конечно же, счастливой. Потому что культура делает человека счастливым. В ближайших планах реконструкция музея Алабина. Изменится экспозиция, а выставочная площадка станет больше. В сентябре откроют двери здания бывшей фабрики кухни, где расположится филиал Третьяковской галереи. Развивается и театр. Самарские театральные труппы активно гастролируют. В Самару с антрепризой приезжают столичные артисты. В июне на сцене театра оперы и балета зрители смогут увидеть сразу 3 привозных спектакля. Для самарцев и гостей города готовят несколько фестивалей. Самые яркие из них – Шостакович «20 век» и «Волгофест», который пройдет с 7 по 20 июня. В Самару приедут гости из Нижнего Новгорода и Казани. Одну из концертных сцен разместят на воде. В программе театральные представления, образовательная программа, а также гастрономическая и сувенирная ярмарки. Мне кажется, что в самое ближайшее время культура Самары должна занять принципиально другое место в жизни всех жителей региона. Это должно стать важной и неотъемлемой частью досуга и развития каждого человека. Национальный проект «Культура» позволяет повышать квалификацию сотрудников отрасли, а в детских школах искусств появляется новое современное оборудование. В прошлом году музыкальными инструментами и учебниками оснастили 12 образовательных учреждений. За последние 3 года в области появилось 9 виртуальных концертных залов в учреждениях культуры. В этом году такие залы появятся в каждом дворце культуры. Мария Левина, Сергей Баскин, «События».